Потом я их раскрыла. И вот сантиметром теперь отмеряю 3 сантиметра на подгиб. 1,5-1,5. Отмечаю карандашом. Это я делаю для того, чтобы был ровный подгиб. Отметила карандашом всю линию. И потом. Вот я отчертила 3 сантиметра. Да? Потом я вот так вот загибаю туда, во внутреннюю сторону, это внешняя сторона. И ногтем вот так вот крепко, хоп, отмечаю, чтобы получилась такая линия, да? И потом я буду заглаживать это. То есть я отметила, загнула 3 сантиметра. И теперь я иду к доске и заглаживаю там еще, подгибаю вовнутрь. Вот так вот 1,5 сантиметра. Заглаживаю. Дальше. Я вот она была 3 сантиметра подогнута. Теперь я наполовину его, то есть чтобы конец ушел вот в этот самый, загибаю. И получается у нас как раз вот 1,5 сантиметра. Ровно 1,5 сантиметра. И также ногтем все как бы отмечаю. И потом прохожу утюгом. То есть держу двумя руками, конечно, и утюгом прохожу, заглаживаю. И тогда, когда я буду шить, мне будет очень удобно делать этот шов, потому что у меня будет все заглажено, и материал не будет ехать, расползаться. Вот так вот 3 сантиметра было. Я согнула напополам, 1,5-1,5 сантиметра, еще вот так загнула, и тут же ногтем. Просто вот так вот. А потом я беру и то, что загнула, аккуратно заглаживаю утюгом. Материал тонкий, и он будет очень удобно шиться, когда я это заглажу. У меня получается вот фактически уже шов. Я подхожу к машине и аккуратно прошиваю. Считаю, что это очень практично и весело.